Новым руководителем Роспотребнадзора Башкортостана назначена Анна Казак. Ранее она занимала пост главного врача Центра гигиены и эпидемиологии республики. Указ о назначении подписала главный санитарный врач России Анна Попова. Анна Казак в 2000 году окончила Владивостокский государственный медуниверситет по специальности медико-профилактическое дело. С 2014 года она работала заведующей отделом Центра гигиены и эпидемиологии, ну а уже с начала 2015 года заняла пост руководителя медучреждения. Напомню, ранее должность начальника регионального Роспотребнадзора занимал Евгений Степанов, который покинул пост в связи с выходом на пенсию. Он возглавлял ведомство с 2011 года. Ну и кроме того, временно исполняющий обязанности главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Башкортостана назначена Мария Скотарева.